интересная окраска. Вот это удобно, я вижу впервые. Точно такой же. Робкие птицы, хотя и большие. Или осторожные. Целый зоопарк. Уходить никуда не надо. Ну, думаю, значительно крупнее, чем горлица, смотрите. Идет осторожно. О, как много их. Снова угла прилетел самый крупный. Даже крупнее попугаев. Попугай повторяет. Друг за другом один прилетел, и все прилетели разом. Слетелись попугаи, горлицы, а также воробьи. Как их много. Наверное, кто-то что-то подсыпает. Вот малабарские мадины, также были домовые воробьи.
Ветер качает пальму. Я смотрю на почту попугая. Около 5 часов вечера. Okay.